Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, давай-ка глянем, что у нас там по заданиям. Использовать ускорение моды. Вот моды я еще как раз и не собрал. Давай-давай, не бухти. Что-нибудь хорошенькое дай, а лучше пак. Дает нам устрашение. Окей, дальше гоним. Ну, как всегда, наверное, опять дадут устрашение. Они обычно почему-то в паре нам дают. Нет, слабость выпадает. Хорошо. Забираем здесь награду. Так, и переходим с тобой в события. Смотрим, что у нас здесь. Землетрясение, битва за выживание, монстры биокупола и все. Монстры биокупола, всего лишь два задания. Давай посмотрим. Гигантский олень. Так, ну здесь, наверное, Эриматерия возьмем. Дальше, Энтеладон. Сюда мы возьмем. Ох ты, шерстистый носорог. Давай-ка мы его протестим. И Дедикурус. Против Дедикуруса я возьму, пожалуй-ка, Индрикатерия. Погнали. Что-то мне подсказывает. Сейчас будет изи-каточка. Блин, нифига он здоровый какой по сравнению с этим оленем. Ну-ка, влупи-ка ему. Бамс. Половину здоровья как будто не было. Ну что он со своими 67 атаками? А, ну если ты пом... Ох ты, Энтеладон. Еще и бомбанет. Ты посмотри, что творит, а? А ну-ка, носорог, выходи-ка сюда. Это что там, за, я не знаю, за борзотень появилась у нас, а? Ну-ка, вмажь-ка ему. Хорошо. Такой носорог, ну прикольно выглядит на самом деле. Две атаки, ну все, ты не жилец, парень. Так, бомбим. И, наверное, я возьму два бонуса. Так, вырубаем. Выходит гигантский олень. Ну что, ему придется все потратить, абсолютно все. Мы теряем с тобой носорога. Но зато он теряет своего гигантского оленя. Так, нам нужно сделать две атаки, получается. Раз, два. Остальное я пущу на бонусы. Так, ну что, Дедикурус, давай, выползай там. Ныкается он мне. Кого он мне напоминает? Он мне напоминает Мокрицу. Точно, друзья мои. С этим панцирем. Ну, естественно, естественно, Эриматерий погибает. Ну, а Индрикатерий добивает этого Дедикуруса. Причем по полной программе. Бэмс. Сколько там урона? 6750. Ему хватило с лихвой. Ну что, один поединок у нас есть в кармане. Двигаемся дальше. Без ограничений. Так, Архиотерий. Возьмем здесь Мамонта. Так, Эриматерий. Здесь мы возьмем, наверное, блин, Гасторниса или кого тут лучше? Давай, наверное, Гасторниса. Нет, лучше Уртинатериума. Вот так вот. А вот против гигантского оленя Амфициона. Поехали. Амфицион, конечно, слабоват здесь будет против оленя, если брать по силе. Сразу вмажем. Хоботом. Че, все, Архиотерий, ты опух сразу же, да? Меняйся, меняйся, естественно. Берет Эриматерия. Еще и ударит, скорее всего. Не упустит, да, такой шанс. Ну что, выходи. С одной плюшки мы его вырубаем. Готов, красавчик. Так, следующий кто у нас там? Архиотерий. Ну, его-то мы добьем. Его-то мы с тобой добьем вообще. Меняется. На гигантского оленя. А вот это вот он глупо сделает. Причем огромную. Почему? Ну, потому что, смотри. Минус олень. Вот и все.
И Архиатерий ничего нам здесь уже не сделает. Со своими 129 атаками, даже если он все потратит, а он смотри, что делает. Он потихонечку, потихонечку, а я все спускаю. Ну и пока. Легкая на самом деле битва была. Так, что у нас там за награды? Будьте добры. А, колесо призов вылетает. Ну и выпадает нам с тобой Саркастодон. Вот так вот. Ну игра, естественно, вылетает именно на рулетке. Я не знаю, ребят, почему такое происходит. Так, ну-ка, что у нас там? Ух, эволюция до сих пор идет, идет и идет. Она до сих пор не завершена. Продолжаем, естественно, продолжаем. Здесь у нас что, бесплатно? Ага. Готов, да, хлопчик? Ну что ж, добро пожаловать в команду, Сарказух. Сюда мы тебя и поместим. И значок собрат. Все, до 10 уровня мы его прокачали. Эволюцию забрали. Так, использовали с тобой три разных животных. Так, значок у нас собрат. Поэтому давай-ка мы сейчас с тобой быстренько здесь заберем награду. Забрать. И здесь тоже забрать. Так, нам нужно вот этого еще где-то взять, я не знаю. Метриолонг. Пахиринозавр. Ну и, конечно же, Птеродавстра. Хм, а это кто у нас такой? Престозух. Он похож на пастозуха, только, да, легендарка. А разве этого у меня нету? Так, это кто у нас? Стиксозавр. Получается, что нету. Раз легенда. Ладно. Надеюсь, когда-нибудь получится у нас его получить. Так, ну что, идем дальше на события. Тут землетрясение. Что за награды? Карнотаврика я бы не отказался получить еще одного. Только для травоядных. Вы сейчас издеваетесь? Цератозавр. Ну давай начнем потихонечку, блин, кого взять. Ну давай стегоцератопса я возьму. То есть мы будем одними травоядными драться против хищников. Я обожаю эти их испытания. Лучше, блин, не придумаешь. Берем бонус. Он атакует. Я не удивлен этому. Нисколечко. Поехали. Давай, давай, вмажь. Потрать все. Отлично, ребята, ему крышка. Еле выжили, блин. Так, ну что, получай по шеям. Цератозавр. Так, ну это была только первая победа. Нам нужно еще две. Естественно, они просто так ничего не делают. Да и на них тиранозавр. Молодцы, красавчики, что я могу сказать. Просто, блин, красавчики. Стегоцератопса возьму и... Я не знаю, кого тут еще можно взять, ребят. Унайзавра, что ли? Или так сделать? Давай попробуем. Тут другого варианта нет. Так, тиранозавр. У него 240 атаки. Но 418 хп. Что он сейчас будет делать? Он ударит и возьмет один блок, так? Два удара. Сразу же прописал. Блин. Ай. Пошло все, как говорится, да? Не стал тратить. Ребята, он не стал ничего здесь тратить почему-то.
бомбануть. Он наверняка взял защиту. Так, я тебя понял, парень. Так, ну теперь-то я думаю, что можно его, в принципе, на глушняк забить. Вот таким вот образом. Пробьем? Наверное, нет. Хотя все отлично получилось, ребят. Так, выходит этот. Да и на них. 5. Давай, 2 трать. 2 трать атаки. 4, все, ему крышка идет. Ему в таком случае кранты. У архозавра вышел. И, как говорится, прописал. Хвостом таким звездануть мало не покажется, согласись. И остается последний поединок, естественно, самый сложный. Кто у нас там сейчас будет? Давай глянем. Зухамим, Митриакантозавр и Цератозавр. Здоровски. Берем этого. Сколько ты? 59. Дорого ты стоишь. Короче, Унайзавр, Уэрхозавр и Анкилодок. Как думаешь, нормально будет? Фигня, по-моему, полная, да? А у меня выбора особого и нету, блин. Зухамим. 218 у него к атаке. Ударит, нет? Ударит. Беспощадно бьет. Так, давай еще трать две последние свои атаки, и дальше я тебя уже накажу. И он так поступает, ты прикинь, а? Так, 193, 566. Сколько нам нужно сделать? Поехали. Так, гасим этого чувачка. Митриакантозавр выходит. У, 365 к атаке, ё-моё. Но зато здоровья у него маловато. Неужели вырубит? Трэш. Так, ну что, нам нужно, блин, как ни крути, две атаки все равно придется тратить. Давай атаку я проверю. Этого-то вырубаем, понятное дело. И остается последний. Цератозавр. Что будет делать он? Все, мы выиграли. Мы, друзья, выиграли. Очень тяжело, конечно, травоядными драться против хищников. Но они как бы предсказуемые были. Победа. Так, что у нас там за награды? А, Карнотавр. Воу, спасибо за деньги. И если я не ошибаюсь. Так, а Карнот... Блин, его... Оу, мы можем теперь выводить Карнотавра. Прикинь? Мы до этого не могли. Так, здесь заберем награду. Карнотавр, где-то он у нас... Где-то он у нас находится. Так, Тараджастега. Сарказух. Блин, я не могу вспомнить, где у нас... Куда я воткнул Карнотавра? Слушай, а почему я Тирана Титана давно не скрещивал, а? Он с кем гибрид становится? Так, Тиран Титан, он делается с Суперзавром. А Суперзавр у меня вообще есть? Есть. Да ладно, чтобы я не вспомнил, где у нас... По-моему, где-то вот здесь, вот в этих краях. Это не ты? Вот он, Карнотавр. Вывести, конечно же. Так, 3 часа он будет выводиться. Мы, короче, потом его будем скрещивать. Но
Ну и сам понимаешь, да? У нас будет с собой уже 20 уровня Карнотавр. Так, что дальше? Дальше продолжаем с тобой события. Посмотрим, что у нас тут еще есть. Так, битва за выживание. Ну тут хавчик. Погнали. Так, Тропиогнат и Тодзи. Тропиогнат и Тодзи. Ну, здесь возьму, наверное, аргентинозавра. А тут Гуанлун. Я думаю, что это будет справедливо. Так, ну что, начну, наверное, пожалуй, сразу с плюшки. Естественно, Тропиогнату это не понравилось. Он будет либо меняться, скорее всего, будет меняться на Тодзи. Вот он вышел тут, халабуда. Ну, у нас есть Гуанлун. У него 120 к атаке. Бомбим. И остается у него 115 хп. Если он даже сейчас поменяется на Тропиогната, это его... это его не спасет. Все, тем более. Если он атакует, он потратил, соответственно. Мы с тобой два удара ему делаем. Он идет в топку. Раз, два. И бонус. Все, Тропиогнат, гуляй. Выходит Тодзи. С ним та же самая сейчас песня будет. Это тебя не спасает. Вообще нисколечко. По полной. Мочим по полной, ребят. Готов. Так, ну что, один поединок в копилочку. Прыг. Двигаемся дальше. Кстати, можно нам с тобой какого-то гибридика вывести? По идее. Так, Ютарептор и Колоборинг. Ну, здесь мы возьмем с тобой, наверное, Лимноселиса. А вот здесь я возьму Бонитозаура. Слава богу, эти бои бесплатные. То есть мы не тратим с тобой денег за них. Ну и начнем сразу с атаки. Единственное, что он, конечно, наверное, переключится на Колоборинга этого. И тут будет бомбить по мне уже существенно. 137 к атаке. Вот о чем я тебе и говорил. Естественно, он шанс не упустит, чтобы не ударить. Ну что, мы тогда тоже не упустим шанс ударить. Вот так вот тебе. Сейчас будет меняться на Ютараптора. Так, и 149 к атаке. Ну что? Валим, наверное, да? Все. Так, а ему достаточно, значит, одну атаку провести по мне. Два у него будет в запасе. А мне нужно, блин, по нему сколько звездануть-то? А, все, все, мы вырубаем его. Даже если он две защиты берет, мы его все равно пробьем. Все, друзья мои, отлично. Бонитозавр показал, да, где раки зимуют эту Колоборингу. Мы с тобой двигаемся дальше. Последний у нас бой. Тропиогнат и Аланка. Ну, тут, я думаю, всем все прекрасно ясно. Тут, тем более, гибриды. Блин, Пеликани Птерикс. Надо бы тебя как-то до 40-го прокачать, в принципе. Я думаю, с одной плюшки сейчас вынесем, да? Тропиогната этого. Да и Аланку тоже, в принципе. Она ничего здесь не сделала. Ну, ну что ты, Аланка, ну... ну, здравствуй. 83 к атаке у тебя. Я знаю, что ты взял две защиты. Нет. Я ошибся, ребят. Ну, вырубить он все равно не вырубит нас. Тонка кишка у него, поэтому мы его сейчас добиваем. Давай, пеликан. Пеликаниптерикс. Ну, не зря его так назвали. Действительно, это... какой-то прародитель пеликанов. С таким, видишь, мешок вот этот вот для рыбы. Он 100% рыбник же, да? Рыбой питается. Так, ну что, еда. По 42 тысячи хавчика мы с тобой забираем.
Плюс 130 очков доверий. Так, ну что, 5000 уже есть. Здесь забираем награду. Так, и нам остается забрать ежедневный пак. Для этого нам нужно использовать ускорение. А можно что-нибудь попроще? Вот, например, да, спасибо. Так, мой ингозавр. Ну, это так, чтобы завершить задание. Так, и ПВПшка. ПВПшечка. Ну, давай, наверное, подеремся водные с модами. Раз, два, три. Так, какие моды нам взять? Пронзающий укус. Не, давай, наверное. Нет, давай пронзающий укус. Путы. И несокрушимость. Поехали. Посмотрим, что здесь у нас выпадет. Гауфиозавр. Нифига там навыдавали мне противничков. Зашибись. У него тоже пронзающий укус, прикинь. Так, боевой дух. Опа. Что-то он тут раздухарился, я смотрю, парнишка-то не на шутку. Давай ударим. У нас классовое превосходство перед ним, да, получается. Но он все равно сильный, да, будет. Что-то тихорится. А как, блин, путы-то не здесь. Ё-моё, берсерк. 728 к атаке. Так, кто у нас там? А я чё? Зачем я взял двух-то? Твою налево, ай, дурила. Вот это я тупанул, друзья мои. Я двух взял одинаковых классов. Зачем? Укусит же, нет? Не стал. Так, он сейчас бонусов-то себе наберет 5. И вырубит меня. Вырубит. А, нет. Хотя да, хватит ему, ребята, хватит. Ну и что вот я здесь сделаю, скажи мне на милость. Тут уже все, я ничего не сделаю. Этого не доста... Или... Ну нет, наверное, не хватит. Хватило. Ну тогда этот нас сейчас завалит. У него все равно преимущество. Гафиозавр. Фига, ну это уже, знаешь, это не динозавр, это больше какой-то дракон мифический. Да нам крышка тут, понятное дело. Вот это я лопухнулся, взял двух одинаковых. Нафига ты взял двух одинаковых, Рэй? Я не понимаю. Да все тут. Проиграли. Ну, проиграли. Я хотел, ребята, сыграть с модами. Сыграл. Проиграл. Во-первых, моды фуфловые, самые обычные, слабенькие. Были бы какие-нибудь редкие или супер редкие, конечно, мы бы его тут наказали бы. А так... Вон, на дне валяться, как эта черепашка. Ну, зато ежедневный пак заберем. Да? Архилон. Не виноват он ни в чем, это моя была вина. Так, здесь мы закрываем, а здесь забираем. Так, денежка и база технического обслуживания. Вот и все, что нам выдали. И 95 очков доверий. Так, что мы можем с тобой вывести? Давай глянем. Да, тираннозавра надо. Пускай выводится потихонечку. Есть что-нибудь такое у нас? Еще нужное?
Подожди, а, карнотавра мы теперь можем. Давай-ка карнотавра, наверное, активируем. И еще одного карнотавра, чтобы у нас он был каким-то уровнем. 10, 10, 20. До 30 уровня, да, мы его сможем прокачать. Вот так вот. Ну что, друзья, а на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!